Здравствуйте, уважаемые телезрители. Вы смотрите новости в эфире телеканала ТДК-42. В студии Сергей Уланов и в начале выпуска коротко о главном. Связь последнего поколения. В Нур-Султане, Алматы и Шымкенте запустят связь 5G, что даст новая информационная сеть. Опасный сезон. С 1 октября в Западно-Казахстанской области объявлен период ОРВИ и гриппа. Сколько стоит вакцина и кому прививку сделают бесплатно? Счастливые новоселы. 216 семей в Уральске получили новые квартиры. Девятиэтажный дом был построен в Зачаганске по программе «Нурлы жер». Новости столицы. Связь последнего поколения должна появиться в крупных мегаполисах Казахстана до конца 2019 года. Об этом стало известно на заседании Кабмина. Пилотный проект по запуску 5G запустят в городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент. В целом ожидается, что сетью связи 5G будут охвачены все населенные пункты с численностью свыше 50 тысяч человек. В будущем это будет информационная сеть, объединяющая все электронные предметы быта – планшеты, телефоны, холодильники, стиральные машины и так далее. В перспективе 5G будет востребовано для ряда индустриальных задач. Самоуправляемые автомобили, беспилотные летательные аппараты. С его помощью можно будет управлять бытовой техникой на расстоянии. Хорошие перспективы у 5G в таких концепциях, как умный город и умный дом. Но пятое поколение – это невероятно дорого. Если учесть, что на развертывание сети 4G операторы потратили сотни миллионов долларов, то на развертывание 5G сумма теоретически возрастает в несколько раз. Чиновники не раскрывают суммы, но говорят, что пятое поколение до сел не дойдет. Неудивительно, ведь там и интернета нет. В связи с дороговизной пятого поколения сначала проект будет внедрен только в крупных городах. Сейчас мы ведем переговоры с компаниями, но во всем мире пятое поколение вводится только в городах. А тариф для населения меняться не будет, так же, как это было, когда внедряли четвертое поколение. Но зачем нам нужны сети 5G, спросите вы? Они будут высокоскоростными. Представьте скорость интернета, позволяющая загрузить фильм в качестве Full HD за пару секунд. Журналистов интересовал вопрос безопасности. Отрицать влияние электромагнитного излучения, которого становится все больше, мы не можем. У человечества есть исследование влияния электромагнитного излучения, но мы не можем с точностью спрогнозировать все возможные последствия. Все вопросы здоровья будут анализироваться, исходя из соответствующих испытаний. Окончательное утверждение стандарта предполагается в 2021 году. И я просто уверен, что утверждение того или иного стандарта Международным союзом электросвязи будет осуществляться, исходя из, в том числе из элементов здоровья, потому что точно никому не интересно внедрять те технологии, которые будут влиять потом достаточно отрицательно на здоровье. И это еще не все. Трафик в таких сетях вырастает многократно. Ни один оператор в Казахстане, включая Казахтелеком, не способен осилить эту задачу самостоятельно. И еще, где найти столько казахстанской промышленности, заинтересованной в 5G? Бауыржан Шаяхмет, Ахмедияр Ильясов, столичное бюро ТДК-42. Глава МВД уверяет, что отец погибшего не имеет отношения к аресту врачей. Министр внутренних дел Казахстана Ерлан Торгумбаев высказался об аресте медиков в Алматы. В кулуарах правительства журналисты попросили его прокомментировать нашумевшее дело. Врачи оказались под следствием после смерти Нурсултана Кудибаева, сына начальника департамента полиции Алматы. Причем подозреваемого побрили наголо. Министр пообещал, что подозреваемых в Казахстане не будут стричь до решения суда. Напомним, Нурсултан Кудибаев скончался в Германии. До этого его оперировали врачи больницы Алматы, куда он поступил из-за травм, полученных в результате ДТП, упав с квадроцикла. Главврача Каната Тезекбаева подозревает в ненадлежащем выполнении профобязанностей. Также по этому делу был арестован, а позже отпущен анестезиолог больницы. Коллеги Каната Тезекбаева заступили за врача, а супруга Дина Тезекбаева обратилась к президенту страны с просьбой взять дело под личный контроль. Позже Токаев поручил разобраться в этом деле. Дело в том, что медик оказался под следствием после смерти Нурсултана Кудибаева, сына начальника департамента полиции Алматы. Но глава МВД уверяет, что полицейский отец погибшего не имеет отношения к аресту врачей. Во-первых, Министерство внутренних дел, ни прокуратуру, где работал сын Серика Кудибаева, следствие не проводило. Следствие проводил третий орган, это служба экономического расследования. Никакого давления ни со стороны Министерства внутренних, ни со стороны прокуратуры не было. Данный орган сам принимал это решение, и, вы знаете, санкцию дает всегда только суд.
Тогда у журналистов возник другой вопрос. Почему следствие проводила служба экономических расследований? Комментируя вопрос, глава МВД напомнил, что сын Серика Кудебаева работал в прокуратуре. Далее министр рассказал, что подозреваемых в Казахстане не будут стричь до решения суда. Дело в том, что супруга хирурга Каната Тезикбаева рассказала, что врача побрили наголо в следственном изоляторе. Это было самое страшное, отметила женщина. Сан эпидемических норм до 1,5 сантиметров. Постригаются, не сбриваются, постригаются. Хоть на 3 дня, если задержан, все равно, да? Теперь сейчас мною принято решение об отмене данного приказа. Да. И до судебного решения, до помещения человека уже в колонию исправительную, куда он будет определен по решению суда, эта мера не будет применена. Можно сказать, что после этого инцидента вы приняли такое решение? Не постригать? Да. Это связано с этим инцидентом? Ну, наверное, да. Или нет? Ну, мы консилиум провели вчера по этому поводу. А в департаменте экономических расследований отказались давать какие-либо комментарии по делу алматинских врачей. Бауржан Шайхмет, Ахмедияр Ильясов, столичное бюро ТДК-42. Новости региона. В Уральске 216 семей стали новоселами. Новый 9-этажный дом был построен в поселке Зачаганск по программе «Нурлыжер». Аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев торжественно вручил ключи от квартир очередникам и пожелал им счастья на новом месте. Строительство нового дома было начато весной 2018 года. 1 октября объект торжественно сдан в эксплуатацию. Аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев отметил, что этот день должен стать незабываемым для новоселов. Реализация государственной программы «Нурлыжер» стала возможной благодаря политике Елбасы. Из 216 квартир 72 квартиры получат многодетные наши семьи. 29 квартир получат дети, оставшиеся без родителей. Остальные квартиры тоже будут подарены тем, кто относятся к социально уязвимым слоям населения. Поэтому я хочу пожелать всем людям, которые сегодня получат ключи, чтобы ваши квартиры приносили вам счастье и стали большим событием в вашей семье. Подрядчики отметили, что стоимость нового дома порядка 1 миллиарда 600 миллионов тенге. Жилье эконом-класса возводилось местной строительной компанией. При строительстве объекта максимально были использованы местные материалы. Дом 9-этажный, 4-подъездный, 216 квартир. 7 квартир. Двухкомнатные, остальные однокомнатные квартиры. В доме предусмотрено все благоустройство. Благоустроенный полностью дом. На данный момент вода, электричество, все подведено. В каждом подъезде 4 лифта. Современных лифта, широких. Они тоже введены сейчас в эксплуатацию. Мать троих детей, Айслу Сагитова, получила однокомнатную квартиру площадью 40 квадратных метров. Стою я 20 лет в этом году будет. Вставала в 2002 году, как неполная семья. Тогда у меня дочери было 2 года. Сейчас ей уже 22 будет. Очень долго ждала, но приятное ощущение. В Уральске очередь на жилье превышает 19 тысяч человек. Роман Капняев, Айбулат Джигипар, Александр Грабарев, ТДК-42. С октября в Западно-Казахстанской области объявлен сезон ОРВИ и гриппа. Об этом заявили в ходе брифинга представители областного департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг. На бюджетные средства для области закуплено 65 тысяч доз вакцин на сумму свыше 56 миллионов тенге. Как долго продлится сезон гриппа, где можно получить вакцину и кому прививка положена бесплатно, расскажут наши корреспонденты. На территории Западно-Казахстанской области эпидемический сезон ОРВИ и гриппа объявлен с 1 октября текущего года и продлится он до мая 2020-го. В течение прошлого эпидсезона было зарегистрировано свыше 21 тысячи фактов ОРВИ и 113 фактов заболевания гриппом. В этом предстоящем эпидсезоне на 2019-2020 годы в области обозначится функционирование 4 штаммов. Это AH1N1, AH2N, H3N2, Б-Колорадо, а также вирус типа Пукит, которые по рекомендации Всемирной организации здравоохранения были включены в состав вакцины, применяемой в Казахстане. Наиболее эффективным методом профилактики и борьбы с гриппом и его осложнениями специалисты по-прежнему называют вакцинацию. На сегодняшний день в области закуплено 65 тысяч доз вакцин российского производства. Ряд граждан смогут получить прививку бесплатно. На бесплатной основе на сегодняшний день в первую очередь будут прививаться следующие слои населения. Это социально незащищенные
незащищенные слои населения из групп высокого риска инфицирования и возникновения тяжелых постгриппозных осложнений. В первую очередь это медицинские работники, которые непосредственно будут работать, будут встречаться с больными людьми, с контактными. Затем часто болеющие дети старше 6 месяцев, дети организации образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, беременные во втором и третьем триместре беременности, лица с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, органов дыхания. Специалисты напоминают, остальные смогут сделать прививку на платной основе. Вакцину можно получить в прививочных кабинетах частных медицинских организаций, а также в поликлиниках по месту жительства. Стоимость прививки будет варьироваться в среднем от 2 до 3 тысяч тенге. Марина Горбук, Нурлан Кунашев, Рустам Джумашев, ТДК-42. В Уральске разрабатывается проектно-сметная документация на строительство нового моста через реку Чиган. Он свяжет центральную часть города со строящимся микрорайоном Акжаик. При строительстве моста будет вырублена часть пойменного леса. В октябре проект строительства будет представлен на общественных слушаниях, которые пройдут в акимате города. Эскизный проект нового объекта впечатляет. Протяженность самого моста составит 200 метров. Вместе с подходами – 3 километра 700 метров. Четырехполосное движение для автотранспорта, велодорожки и тротуары. Приблизительная стоимость возведения автомобильной дороги с мостовым переходом – порядка 12 миллиардов тенге. Стоимость проектно-сметной документации на сегодняшний день составляет 90 миллионов. Генеральным проектировщиком является «Алматыдорпроект». То есть сроки проектирования – порядка 9 месяцев, и в этом году, в конце года, мы должны закончить данный проект, разработку данного проекта и зайти на соответствующую экспертизу. То есть, чтобы на следующий год у нас была готовая проектно-сметная документация с заключением экспертизы, чтобы объявить уже дальше конкурс на строительство самого моста. Улица Маншук-Маметовой, на которой планируют построить новый объект, упирается в территорию городского парка культуры и отдыха. Рядом расположены коттеджи, владельцы которых о строительстве моста даже не слышали. Вот там мост есть через Чиган. Здесь рядом. Какой смысл строить еще один? Там справа велодорожки вот эти сделаны. Пусть они через мост пешеходный переходят, они там катаются. Ну нужен же уже мост, там будет новый микрорайон. Вот когда микрорайон будет, тогда должен быть мост. А вот пока его нет, смысла нет его строить. Я так думаю. Все проблемные вопросы будут обсуждаться на общественных слушаниях в акимате Уральска. Они пройдут в 15 часов 8 октября. Заказчики отметили, что вырубка деревьев будет согласовываться с уполномоченными органами. Когда проектировали, прокладывали его из трассы, максимально старались не задевать существующие дачные массивы, а также частный сектор. А те участки, которые подлежат, это будет дополнительно уже будет оповещаться. Сроки начала строительства нового объекта и источники финансирования пока не определены. Роман Копняев, Айбулат Джигипар, Александр Грабарев, ТДК-42. Количество проваливших тесты на водительские права озвучили в Центре обслуживания населения. Число посетителей спеццона тоже пошло на спад. Этому способствовало внедрение онлайн-обслуживания, расширение услуг портала ЕГОВ и многое другое. Наши цоны в стремлении улучшить качество обслуживания и уменьшить недовольство граждан пошли новым путем с помощью внедрения инноваций. Статистика спеццона печальная. Всего лишь 540 человек получили водительское удостоверение из почти 3000 обратившихся. С 1 июля, как известно, принимают цонные экзамены на права, и на 1 октября картина такая. Число обратившихся 2890, из них более 1500 не смогли сдать тесты на знание правил дорожного движения. Около 800 человек не прошли вождение. И еще, как отметили работники спеццона, народу стало гораздо меньше. То ли интерес утрачен, то ли то, что можно сейчас получить многие услуги онлайн. Вы сами знаете, что в июле у нас был такой ажиотаж, народу было очень много. Мы документы сканировали, в сканированном режиме отправлялись, потому что документы у нас хранятся в архиве. На это занимало время, хотя по стандарту положено 20 минут, и при этом в 20 минут укладывались наши сотрудники. Сейчас, как вы видите, уже картину все нормализовалось. Наши сотрудники руки набили уже в течение 5 минут.
7 минут обслуживают одного. Одну заявку могут обслужить. Сейчас уже и спад клиентов пошел, отток. Сейчас обменять водительские права можно, не выходя из дома. Можно зайти в интернет, подать заявку, отсканировать документы, отправить и прийти только за результатом готовым. Принести чек, уведомление. И в сентябре уже подано было таким образом 1700 заявок. Количество посетителей можно сократить. Еще нужно только их обучить получать госуслуги самостоятельно и тоже не выходя из дома. Создано мобильное приложение, способное помочь населению быстро получить услугу. Эти услуги в электронном формате, они приходят на электронную почту услугополучателя. Поэтому мы активно этим занимаемся. Почему люди возмущаются в очереди в ЦОНе? Да? Это потому, что мы всех записываем и регистрируем в базе мобильных граждан. То есть посредством своего мобильного телефона они могут получить все электронные услуги. Самые актуальные услуги — это первое прикрепление к медицинской организации, адресные справки, затем справки о лицах, зависимых по данному адресу, справка о наличии отсутствия недвижимости. Сейчас модернизируются все госуслуги. Самое главное – действительно научить население получать их самостоятельно. Это приведет к экономии времени, бумаги. И самое главное – не будет такого ажиотажа и очередей в ЦОНах, которые мы наблюдаем сейчас. Гульнар Умарова, Мирбулат Джигипар, Рустам Джумашев, ТДК 42. В Уральске уроженец района Байтерек зарезал своего знакомого. Убийство произошло 23 сентября в поселке Зачаганск. В полиции отметили, что 55-летний подозреваемый пришел в гости к своему 34-летнему приятелю и нанес ему ножевое ранение в грудную клетку. Потерпевший скончался на месте до приезда скорой помощи. В настоящее время назначен ряд экспертиз, начато досудебное расследование по статье 99 части 1 убийства. Аким Теректинского района рассказал о социально-экономическом развитии сельских населенных пунктов. Приоритетным направлением района является развитие сельского хозяйства. Также большое внимание уделяется развитию малого и среднего бизнеса и привлечению инвестиций. Тему продолжат наши корреспонденты. Как рассказал аким Теректинского района Адиль Жаламанов, основным направлением района является экономическое. За 8 месяцев текущего года произведено свыше 23 тысяч тонн молока, 4 тысячи тонн мяса и свыше 4 миллионов штук яиц. Один из приоритетных вопросов – обеспечение водой населенных пунктов. Сегодня 70% населения обеспечены центральным водоснабжением. Идет работа по газификации района. Газифицированы 33 из 52 населенных пунктов. В 2018 году было выделено 200 миллионов тенге на начало работ по газификации 7 населенных пунктов. Это у нас Донецкая, Богданка, Придрожная, Приречная, Алгабас, Сарсеново, Шептколь. Для завершения проекта необходимо дополнительное финансирование. Также направлено бюджетная заявка на газификацию еще 8 населенных пунктов. За счет привлечения инвестиций в районе планируется строительство нефтеперерабатывающего завода в селе Алгабас и строительство молочно-товарной фермы в Подсёпновском сельском округе. С начала года по району открылось свыше 800 рабочих мест. При этом не хватает медиков. Ощущается дефицит узких специалистов. Сегодня большая работа проводится по строительству и ремонту дорог. И ремонт подъездной дороги в санатории Аржая. На сегодняшний день средний ремонт методом ресайклинга на 6 километров дорог выполнен в полном объеме. В настоящее время ведутся работы по укладке асфальта и укреплению обочин дорог. Реализуется проект реконструкции участка автодороги Подсёпная — Федоровка от границы Российской Федерации до станции Алгабас. Протяженность дороги 19,3 километра. Одним из самых проблемных вопросов района остается состояние озера Чаукар. Некогда крупнейший водный объект области пересыхает. Практически ежегодно вода отходит от берега на 100 метров. Но проблема пока не решается. Марина Горбук, Нурлан Кунашев, Рустам Жумашев, ТДК 42. 1 октября – День пожилых людей. Сегодня принято поздравлять старшее поколение с праздником, дарить им цветы и подарки. С каждым годом в республике растет число пожилых людей. Вместе с этим увеличиваются и социальные, и моральные меры поддержки. И не только со стороны государства, но и представителей партий и общественных объединений. В праздничный день партия «Акжол» собрала виновников торжества в ДК молодежи. Теплыми поздравлениями и концертом отметили пожилые эту дату. Праздник доброты, внимания и щедрости, щедрости души, если быть точнее. В мире количество пожилых людей стремительно растет, и при этом, несмотря на статистику, каждый из них нуждается во внимании. И нам это по силам. Сегодня особенно, сказал аким города. Это не просто дата, но еще один повод вспомнить о тех, кто рядом с нами. Старшее поколение – это люди, олицетворяющие собой трудолюбие и беспримерную стойкость.
Именно вашим трудом создавалось наше духовное и материальное богатство. Строились города, развивалась промышленность, совершенствовалась система здравоохранения и образования. Но главным наследием, которым вы щедро делитесь, являются мудрость и бесценный жизненный опыт. Молодежь старалась показать все свое умение на сцене, а музыкальные коллективы выступали для ветеранов и представителей районов области. Сегодня мы провели акцию совместно с партией «Акжол». Оказали спонсорскую помощь в Доме инвалидов. Всех поздравляю с праздником, здоровья, благополучия нашим пожилым людям, ветеранам. Всего доброго, с праздником. Октябрь – это месячник милосердия, и никто не остался в стороне. Представители партии «Акжол» и депутат городского маслихата Валерий Власов оказали спонсорскую поддержку подопечным дома престарелых. А на концерте, организованном акиматом, уже вместе и представители власти, и партийцы, и общественные деятели все объединились ради праздника в честь наших бабушек и дедушек. Гульнар Умарова, Мирбулат Джакипаров, Рустам Джумашев, ТДК, 42. Уважаемые телезрители, это были все новости к этому часу. Ищите нас в социальных сетях и на сайте tdk42.kz. Спасибо за внимание. Для вас работает информационная служба новостей телеканала ТДК-42. Мы всегда рядом.